Очередная партия гуманитарной помощи направлена жителям сектора Газа. Ранним утром самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы. На борту более 27 тонн продуктов, питания, одежды, перевязочных материалов. Напомню, вчера также доставили первую партию гумпомощи из Дагестана. Это стало возможным благодаря обращению Сергея Меликова к руководству МЧС России. Отмечу, в сборе гуманитарного груза активно участвуют фонды «Инсан» и «Чистое сердце». Сейчас благотворительный фонд «Инсан» ведет сбор в 30 миллионов рублей для оказания еще большей помощи пострадавшим в конфликте палестинцам. Принять участие в сборе можно через приложение «Инсан» или через ссылку «СПБ». QR-код вы видите на своих экранах.